Дух. Сила. Традиции. Наставничество. Сплетаются вместе, создавая сильную Россию. Только настоящий патриот может руководить такой большой страной, в которой по достоинству находится место и уважение спорту. В большой спортивной семье бокс занимает свое место. Жизнь и достижения боксеров неотъемлемо связаны с Родиной, ведь именно ее честь мы защищаем и представляем в мире. Чемпионы, ветераны, молодые спортсмены, тренеры, судьи, ежедневно выполняя свой долг, видят пример отношения и ответственности за свое дело. 7 октября день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы искренне дорожим тем, что у руля руководства нашей страны стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий свою страну человек. Его труд и руководство привели Россию к многочисленным достижениям. Владимир Владимирович большое внимание уделяет спорту, при этом не только как руководитель страны, но и сам занимается спортом. В этот особенный день мы желаем президенту крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответственной работе. Пусть ваше руководство и дальше направляет Россию к новым высотам и обеспечивает благополучие и процветание ее народа. Желаем новых побед!